ведут мои гусюни домой. А у нас тут красоты. Шашлык нанизан, 3 часа прошло. Ой, какой аромат от него. Мясо бесподобное. Ребра эти, грудинка. Здесь и перчик черный, молотый. Укропчик, масло. Я думал, будет жирное масло. Нет. Подскажу потом, чей это рецепт. Как всегда, нашим южным соседям, хорошим людям. Гуси посмотрели и пошли назад на луг. Не нагулялись. Прогорит мой дуб. У меня много дуба. Остатков от мастерской, от изделий, от этих досок вот дубовых всяческих. Занимаюсь я еще этим. Вот, прогорят. Останутся угли. Подожду. Мясо нанизано. Пока займусь кабачками для моих птичек. Натру кабачок. Всем добра.